Никогда не рассказывай парню, что умеешь менять колесо. Корчи нежную, хрупкую барыню, нагловриму прямо в лицо, что беспомощно он твой спаситель, и не смей даже упоминать, что уверенно чинишь смеситель и умеешь стелить ламинат. Все умеют, но держат в секрете. Проявившись смекалку и прыть, отдуваться придется в декрете. А в декрете уже нечем крыть. Будет поздно устраивать драму, будешь молча пахать за двоих. А зачем ты давала рекламу богатырских умений своих? Будь хитрей, контролируй процессы. Тут опасен любой косячок. Стисни зубы и корчи принцессу. А принцессы не чинят бочок. Лучше глупость сказать о хоккее, чем, валяясь в обнимку, взболтнуть, что вот эту кровать из Икеи собрала за 15 минут. И кушетку, и столик журнальный. Парень скажет: вот это подход. Я реально мечтал, чтоб жена мне не доставила лишних хлопот. И, конечно, в сторонке покурит, пока ты собираешь столы. Но зато у беспомощных куриц мужики всегда просто орлы. Идеальная мать просыпается в 5. У нее все идет по плану. Делает серию планок, кормит кота, выгуливает собак, отправляет пакетики в мусорный бак, после чего принимает ванну. Потом идеальная мать будет детей. Целует детей, кормит, что крайне важно, только что испеченными пирогами, одевает в одной цветовой гамме и везет их на выставку Караваджо. После выставки гольф и арт-хаусное кино. На вопрос, почему ночью темно, принцип космологического парадокса. Вместо сказок о волке и бабе-яге дети в подготовишке сдают ЕГЭ и поступают в Оксфорд. Идеальная мать в паре с альфа-самцом. Идеальным отцом с идеальным лицом, телом и голосом. Уложив детей ровно в 21:30, она оборачивается тигрицей, а он достает из трусов букет гладиолусов. Идеальная мать, если научно обосновать, движется в мощном потоке. В мощном потоке саморазвития, заносящем даже тупые видео в рекомендации на ТикТоке. Идеальная мать, прежде чем лечь спать, ставит себе новую цель. Например, полностью исключить алкоголь. Ставит будильник на 5:00 и засыпает с улыбкой на лице.